маршрут движения пролегает мимо населенных пунктов. Мы стараемся не беспокоить мирное население. В случае чего я даже могу проделать танком новый маршрут, чтобы все спокойно проехали. Российская гуманитарная колонна отправляется в пригород Чернигова, где сложилось чрезвычайно. Просят дрожжи. Ну и хлеб сейчас еще с собой взяли. Лекарства медика мы сейчас запланируем, и будет он опрашивать, какие необходимы группы медикаментов.